Всем привет! Вы на канале PolzaNet. Меня зовут Саня. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, это PolzaNet Live, основной канал PolzaNet. Я буду тестировать для вас Xiaomi Redmi Note 12T Pro. И чтобы вас не пугать, 99%, что это будет у нас Poco X5 GT. Что это такое и с чем это едят? В конце мая этого года и представили этот смартфон. В середине августа появилась глобальная версия прошивки, которая как раз у меня на русском языке. И теперь я могу с легкостью вам сказать, что глобалки просто так Redmi не выпускают. Значит, скоро мы увидим, что правильно. Мы увидим Poco с другим неймингом. В чем плюс этого смартфона, буквально через пару минут я вам расскажу. Сейчас я стримлю прямо с него. 1080p 30 fps, нормальная скорость. Всем привет еще раз, Юрьевич. Кому нравится подобный формат, потому что я в первую очередь рассказываю вам в основном о каких-то тестах первичных, спеках. Почему стоит обратить внимание или не обращать на данную модель. На данную модель стоит обратить внимание однозначно. И мы тестируем, как он будет себя вести с одновременным стримингом в игре PUBG New State. Смотрим, сможет ли он вывести эти 90 FPS, как долго он сможет вывозить эти 90 FPS. Сейчас вы слышите, как работают его родные микрофоны, как работает фронталка. Стримлю я в 1080p 30 FPS, но он способен стримить в 1080p 60 FPS. Просто я считаю это перебором, потому что смартфон все-таки среднебюджетный. Малый среднебюджетный, то есть бывают и подороже девайсы. Это, скажем так, такой аналог Poco F5, только дешевле по мне. И что сюда запихали? Почему на него надо обратить внимание? Первое. Для начала, к сожалению, здесь Dimensity. 8220, кто-то называет это 8220 Ultra. А по факту 8220 как такового просто не бывает. И все программы показывают, что у него процессор 8220 Dimensity. И неважно, ультра или нет, он выбивает почти 900 тысяч баллов в Antutu, 74 тысячи баллов в Storage тесте. Это очень хорошо. В 4К 30 FPS, правда, без оптической стабилизации он может снимать на основной модуль. В 1080p 60 FPS на фронталку и, как я помню, в 1080p 30 FPS на ультраширик, но может и в 60. Если говорить о сенсорах, вот я уже его а-ля протестировал. Здесь сенсор у нас стоит основной модуль на 64 мегапикселя, апертура 1.79, это неплохо. Если говорить о фронталке, апертура 2.45 и на 16 мегапикселей. Снимает он и правда нормально. То есть супер каким-то качеством не блещет, но и неплохо. Если говорить о... Притом аппаратно указано, что Omnivision здесь сенсор. Надеюсь, что это не UV64B. Но, может быть, будем дальше копать. По плотности пикселей, она здесь довольно простая, 440. Частота обновления экрана 144 Гц. И сейчас я перехожу к самому интересному. Вот это Redmi 11, который я сегодня уже в трех роликах гонял. Четвертый будет это обзор. И это была игра, это была распаковка также у этого смарта. И третий ролик был на лайв-канале, тоже это обзор одним кадром. Так же, кстати, как я и входил с большим количеством смартфонов, недавно сходил с iPhone 14 Pro Max. Буквально 2 дня назад я его год тестирую, а-ля использую, но обзора я до него так и не сделал. Пятнашки все купил. Возвращаться надо к Poco или по-другому Redmi Note 12 Pro. Какие у него плюсы? Смотрите, почему я обращаю на него внимание сейчас. Потому что сегодня, я не знаю, как будет завтра, сегодня по ссылке в распаковке, вы можете посмотреть, этот смарт стоит 26 тысяч рублей на Али. Это значит чуть меньше, чем $260. И что вы получаете? Вы получаете просто полностью упакованный смартфон. Да, он будет единственной китайской версии. И правильно мне писали, я уже начинал на него стрим, но с другим Wi-Fi, который медленный. Надеюсь, этот Wi-Fi сейчас не лагает. Так вот, здесь нет бендов. Но... Что мы можем из китайского покупать дешевого? Это IQ, их не блокируют. Но если мы будем покупать что-то из разряда дорогого, то прямым текстом что у нас остается? У нас остается, к сожалению, Redmi, Realme блокируют. Не все, но китайские возможно, притом часто. OnePlus блокируют, не все, но возможно.
И это все концерн BBK. А Vivo пока не блокировали и пока не блокировали IQ. Но вполне возможно. У Redmi таких историй не было. И поэтому можно рассматривать вариант, что вы покупаете китайский смарт. Да, у него в отличие от BBK-евских аппаратов русского языка в стоке нет. С одной стороны. С другой стороны, у вас есть возможность его ручками перепрошить и сэкономить. Потому что, еще раз повторяюсь, с таким железом, хотя я не очень люблю МТК, но с таким железом, в принципе, аналогов просто не существует сейчас. Ко мне залетела какая-то огромная оса. Следующее. Завтра 99%, что я с ним схожу также одним кадром и расскажу вам еще что-то интересное. Например, сейчас я вам могу рассказать, что в комплекте идет чехол, я без него стримлю. Второй момент. Зарядка на 67 ватт. Можно запихивать две физические сим-карты. Она в Realme. Можно запихивать не только две физические карты, но и... Летающее насекомое было убито. Вот, в Realme можно запихивать не только две физические карты Realme 11, но и еще и карту памяти. Здесь только симки. И, в принципе, это не удивительно, потому что Realme это все-таки бюджетник. Но здесь есть относительно Realme небольшой минус. Да, здесь 144 Гц и повыше плотность пикселей, но яркость у Realme 720 нит. Максимальная, не пиковая. Здесь 620 нит. И лично я вижу разницу. Еще какие минусы у этого аппарата сходу, если вы откроете и в рекламе вы не увидите, вполне возможно вы не заметите, подбородок у него эгегей какой. И дырку в фронталке у него тоже эгегей какая, и грани тоже. Плюс это то, что у нас смартфон не имеет... закруглений, как у, допустим, Realme 11 Pro или 11 Pro Plus, помните? И в целом я за прямые грани. Какой здесь тач и все остальное вы узнаете в ролике. Если говорить о каких-то фишках еще, у нас здесь, как всегда, есть инфракрасный порт и, как всегда, есть мини-джек для беспроводных наушников. В отличие от Realme 11, у которого моно, здесь стерео, но псевдо. То есть у нас полуторка такая, я как не игрался с эквалайзером, все равно ничего какого-то супер топового не получил. Ну и все, и внешний вид меня полностью у него устраивает. Я не знаю, как он прошел мимо масс, но я могу объяснить это очень простыми вещами, что в принципе техноблогинг заканчивается в начале мая и начинается в начале сентября. Ну это просто для меня как ежедневно. Суммарное количество роликов с основного и вот с этого канала за 2 дня 10, чтобы вы понимали. Потому что я получил нормальные девайсы. И опять же, я считаю, что если люди смотрят, это полезно. Вот сейчас вы видите, как работает фронталка, это хорошо. Как работают микрофоны, это великолепно. Завтра вы услышите то же самое, но на улице. И не специальные примеры, а вот сейчас шумит колонка, шумит кондиционер. Вот. И плюс помещение не предназначено вообще для записи звука. Но для света здесь источников 1, 2, 3, 4, 5. 5 источников света. А если говорить о смартфоне как игровой штуковине, мы сейчас это протестируем. У меня выставлены принудительные 144 Гц, но опять же они не принудительные в программе. Вы же знаете, что все эти Гц надо устанавливать еще отдельно, потому что как только я зайду в режим разработчика, даже там будет видно, что сейчас, не знаю, там Гц 90, но точно не 144. Но это лирика, и мы оставим ее для основного обзора. По поводу зарядки. Заряжается он у меня все время по-разному, от 49 минут от 0 до сотки до 54. Почему? Не знаю. Вот по-разному. Если говорить о шиме, вот сейчас я его проверю для вас. По мне он, по-моему, был небольшой. Так, по люксам. Что, он уже сбросил, что ли, 440? Нет, наверное, это все-таки... А, по шиму. Я забыл вам сказать. Здесь же IPS. IPS. И для IPS яркость космос. И если говорить про свидетелей шима, ну, это каждый десятый минимум, кто на кого влияет. Вот он нормальный аппарат на IPS, который можно брать и который вас не расстроит. Можно искать там, не знаю, на Авито уже может быть есть, но они какие-то, по-моему, нет уже. В общем, смысл в том, что девайс мне понравился,
Я считаю его достойным вашего внимания, поэтому так долго, наверное, о нем сейчас говорю. Фактически я 10 минут вам рассказал 90%. NFC, разумеется, в наличии, бендов нет. Вот. То есть, кто не в больших городах, то напрягитесь. А еще напрягитесь те, у кого бренды третьего эшелона. Мне, кстати, человек пришел сегодня и спрашивает, почему Infinix 30 Pro ловит хуже, чем все остальные телефоны, которые у него были в чате. Он, блогеры же говорили плохо, а ты говоришь, а, хорошо, ты говоришь, плохо ловит. А как ты эту проблему решил? Как я решил проблему, я его продал. Вот. Но это так, отступление. Переходим к игровому процессу. Игровой процесс... Я надеюсь, что вы видите 89%. Я не знаю, что там за новинка. И New State. New State может быть сейчас еще меньше процентов. Я никогда не включаю на тестах, на стриме игровые режимы, ультрарежимы, еще что-то. Я считаю, что если у вас телефон тупее настолько, чем iPhone, в котором нет игровых режимов, или он реально не понимает, что я включаю игру на нем, но это какая-то дичь. Я понимаю, что у всех есть, но игровой режим, чтобы тебе оповещения не приходили. Все. Все остальное он должен делать автономно. То есть я понимаю, что есть фанаты, которые будут там 300 тысяч раз все настраивать, еще что-то стороннее, еще через программу увеличивать FPS. Но это не то, на что собирался подписываться производитель. Вот. Все, что мы могли, скачали. Я сейчас при вас выставляю настройки. Меня больше интересует 90 FPS, и давайте разрешение графики HD текстуры поставим, а вот здесь высокое не будем ставить, потому что все-таки это не флагман. Запоминаем 89% и IPS 622 нита, это просто космос яркость, кстати. Так, слышно меня, видно? Дмитрий, ты дошел до меня, наконец-то. Кто еще до меня дошел? Народ замучился уже, слишком много контента за один день. А зачем Bluetooth включен? Чтобы вы спросили, ну давайте отключим. Ну, могу еще NFC модуль отключить, вот если вам хочется. А, типа больше заряд будет, ну хорошо, так. Так как мы уже зашли, и у нас все хорошо... Давайте-ка я измерю яркость еще раз. Очумею, если там и правда 600 нит опять. Не, он уже сбросил. Все-таки два захода по... На 5 минут, потом я RAW скачивал. Он горяченький. 442 люкса. Ну ладно. Где мои 600? Может быть мне при этом привиделось? Да вроде не привиделось. Ну 443. Ладно. Ну, во всяком случае, это комфортно, это не 300. Слышно, видно? Отлично. И еще раз, 88, и включаю секундомер. Все. Эксперимент максимально сейчас чистый. Насколько для моего канала это возможно, ладно. По-настоящему под ним работает горелка, для того, чтобы я советовал вам какой-нибудь... Смарт из 5 букв. Что, в принципе, неплохо. Мне вообще технических конкурентов даже нет в блогинге, потому что блогеры считают, что я... Это не обзоры. Вот и все. Вот это не обзор. Вам же нельзя будет рассказать, что он просто волшебный и счастливый. Как мне сегодня написали... Ты сделал обзор одним кадром на Realme, это лучше его антиреклама. Ну, не знаю, по мне реклама плохой с одной стороны не бывает, с другой стороны, я повторяюсь, с Realme я не хочу иметь дело, 2 года не имел, и пообщался с ними 3 месяца, они сделали очень плохо и некрасиво, обманув меня. И все. И все. Притом, это не касалось даже денег, что самое обидное. Какой-то мелочевки. Сказали, что одна штука выйдет, но она не вышла. Так, мы переходим из моего нытья к стриму. Вроде стримит ничего. Чистенько. Фриз, если будет какой-то, я вам скажу. Температуру я измерю где-нибудь через минуток 30. Как и яркость.
И потом в описании, в прикрепе, напишу, какая у него все-таки в нитах яркость, потому что, мне кажется, у него было 620. Я забыл, что у него IPS, и такой, да что ж такое? Почему такая маленькая яркость? О, типы летят. Еще можно было бы его сбить этим парашютом. Да? Я вижу, куда ты летишь. Я полечу тоже туда же. Да что ж такое? Он первый, наверное, оружие взял. О, о, о. Есть. Вот он, мастер Ланкастер. Вот так вот оно делается. Он сейчас опять сюда дропнется, еще меня и вынесет. Ну и ладно, это будет уже потом. Хотя, может, и нет. Может, он думает, что я на опыте, и он не дропнется сюда. Кстати, об этом еще не подумал. Может, меня уже вынесут до этого, да? Так, дробовики, энергетики. О, ничего ж себе. Ох, ёшки! Очень неразумно с его стороны было. Предположить, что я совсем ламан, не пальская, да? Я, конечно, не супер игрок. Опа! Да ладно! Вот это было вообще глупо с моей стороны. Вот сейчас я был ламан, не пальская. Потому что я его мог вынести, если бы у меня был автомат. Да, просто не переключился. Ладно, а где я погиб? А, аж там. Ну, на канал полечу. Дмитрий, ты на связи? Или все? Not today. Кстати, посмотрите, FPS-то. FPS-то лупит 90 с HD текстурами. Я, кстати, сразу скажу, что не расстроюсь, если он лопухнется, и, ну, судьба такая. Просто изначально вот эта упаковочка за 26 тысяч рублей, когда мне говорят, ну, лучше на Helio 99 Infinix, там же есть беспроводная зарядка. Хочется просто, что? Ну, вот небо и земля, два смарта, вот он топ за свои деньги, вот он. Хоть на китайском, потому что просто вот, не сравнивают орган детородный с чем-то непонятным. Так, 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 а что там у меня было? Раз, два, три. А что это такое? Здесь кто-то был, что ли? Почему? Или это я проходил, наверное, уже? Опа! Клиент. Опа! Серьезно? Наверное, человек тоже дропнулся сюда, мне так кажется. Ну, здесь-то будет безопасно. Тоже убили и дропнулся. Так. Ну, ладно. Пока не видим. О, есть контакт. АК для таких косых, как я, у которых одна пуля из 30 залетает. Пока сенсор радует. Но в GT-шечке, по-моему, был все-таки он подзывчивее. Опять же, может быть, мне кажется... Не-не-не, подзывчивее. Все, опять же, можно настраивать. Помним и о сторонних программах, и еще много всякой штуки. Но вот мне нравится тестировать все из... Если у вас есть уже устройство, существует очень много различных способов сделать его лучше, друзья. Допустим, по автономности у нас Opossum, Кот Пимен, привет. По автономности у нас Opossum делал инструкцию по принципу... Вау, ни сюда не хочу. OnePlus 9RT, и я вам советую, если вам...
Интересно, как настраивать смартфон, и посмотреть у нее статью. Очень-очень полезная. Заходите в личную, в телеграм-канал взаимопомощи, и там есть как раз прекрасная ссылка. Поищите ее. Так, и... Музыка не мешает? Так, ну что, все. Надо понять, что у меня за штуки вот эти. Вот я никогда их не разбирал, что к чему. Выберите способ настройки. А. Лазерный прицел. Так, а вот это нельзя. Все. А где он, прицел этот лазерный? Ладно. Так, болики не надо, бинты не надо. Вот как сделать так, чтобы они вообще бинты никогда не брали? Бесит прям реально. Опа! Опа! Это был не он. О! Это вообще был не он, по-моему. А может быть и он. О, пулемет. Так, и... Да. Нет. Ну как так? Вот в этом весь я. Все? Есть. И... Берли. Так, отдал GT3 вчера знакомому, теперь разница 8 плюс с Gen 11 чувствуется сильно по играм. Ага. Хорошо. Хорошо же? Так, а что здесь лутался кто-то, да? Не, наверное, все-таки вот так побегаю я, а потом, если что, переключу. Хотя по уму, наверное, надо было бы искать что-то дальнобойное, но хотя бы М-ку. Но я не уверен. Музыка норм, хорошо. Какая на нем прошивка? Глобальная, я покажу потом. Когда яркость буду проверять, давай. Ну, то есть она уже в доступе, все. Проблем нету никаких с ней. Так, наверное, вот так все-таки. 75 патронов, это можно стрелять будет до упора вообще. Просто хоть куда-то. 40 это вблизи надо. Опа. Вот она, магия. Понятно, это бот, но все равно. Даже на бота я убил 42 патрона. Так, GT3 вчера знакомый, теперь... А что у тебя за сейчас телефон, Дмитрий? Поставщик хорошего настроения для Realme официального офиса. Ты когда сделаешь, чтобы их всех уволили, ты мне пиши. Буду к ним лучше относиться, когда ты там будешь за главного. Так, что у нас еще? Я шучу про нытье. Вообще не важно, кто там работает, потому что в любом раскладе в нашем ритейле, мне кажется, они не популяризацией занимаются, а просто осваиванием денег. Чаще всего, наверное, рекламу вообще. Опа. 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 Есть. Вот так это было шикарно вообще. Мне понравилось. О, вот это прям эпичный тип. Вот здесь я могу брать СКС. Так, а что у меня в лабутине всякой немеренной? Вот это все. В целом, спасибо. Спасибо, что он ловил бота.
Еще третьего шлема не хватало, а так тип был вообще молодец. Молоток. Мне кажется, он, кстати, попытается дропнуться сюда же, нет? Как вы думаете? Он дропнется? Я бы на его месте сюда же бы дропнулся. СКС-очка. Хороший тоже варик был у бота. Не идеально, но... Дмитрий, ты не слушаешь меня, да? Ты не сказал мне, какой у тебя сейчас смарт? Ладно, он даже... О, стоп, а там что такое, кстати? Здесь еще один, что ли? А он здесь кого-то снял, получается, смотрите. Угу, то есть он тут ловил ботов. Ладно. А, Poco X5 Pro. Так а чего ты не продашь? Не на что менять пока? Вообще неразумно в такой тачке катать в открытой. Это как на ладони. Ну ладно. Ну и ладно, у нас осталось 8. О, это пока я умирал там. Сколько же я уже стримлю? 26 минут. Ох ты, ёшки. Тут два варианта, да. И оба варианта говорят о том, что там... Ох ты. Ёшки. Понятия не имею, где они. Ну вот стопудово надо убегать. Куда-то туда. Хотя там не зона. А-а-а. Надо наверх бежать. Нос чешется. Надо бежать наверх. Точно огребу сейчас здесь. О, есть. Ну давай, давай, родимый, доползи. Есть. Потому что все умняхи будут здесь. Вот полюбас. Это не подфризивание, это я подтормаживаю. О, клиент. Так, вот он пойдет лутаться к нему. Отлично. А я косо не могу попасть. Есть. Я молодец. Ну, во всяком случае, я сейчас тактически правильно себя повел. Это факт. И вот там бы тип, если был бы, он был, тоже бы шарил. И вот там вот тип шарит. Еще и на машинке. Вот сейчас, скорее всего, заползет сюда. Если уже не ползет. На его месте я бы сюда полз. Хотя нет, наверное, это долго. Нет, я бы не полз туда. Это неразумно долго. Логичнее всего сейчас бежать в здание. У нас 5. Так, стоп, а чего я думаю-то? Надо закинуться. О, тип поехал. Поехал в здание по-любому. Здесь я вынес чувака с шлемом где-то третьим. О, ёшки, вот здесь есть третий шлем.
Да, не зря я сюда закидал. Опа. А что такое? Я за пределами зоны был. Ха. Ну ладно. Так, выхожу. Смотрите, первый был вопрос по поводу... Ничего страшного. Все равно мне дадут баллы какие-нибудь даже. Вон. Смотрим. Да, 34 балла дали. Что у нас по 17 минут? 8%. Тридцатничек, наверное, съест. Принудительные 144 Гц. Какие наушники можно шумодавом? Ничего не поменялось. Как Huawei, какие-нибудь FreeBuds 5i, по-моему, можно сейчас купить. Нет? Смотрите по прошивке. Вот телефоне. Видите? MIUI Global. Понять не имею, откуда она, но вот так. И яркость даже стало чуть больше, 437, 440, 440 люксов. Все равно еще поиграем. Так, шумодавом. Шумодавом, чтобы он идеально работал у тебя. А какие в плане наушники? Затычки, вкладыши, полноразмерные, накладные. Цвет, вкус, свет, бренд. Я уже замерз, у меня здесь кондиционер включен. На 16 градусов. Сейчас я его отключу. О, как быстро он нашел. Не хочет вообще, чтобы простаивал смарт. Хочет, чтобы мы увидели просто бешеное количество поедания энергии. Ну ладно. Затычки. Вакуумные, значит. Используйте. Хорошо, спасибо. Бесценная информация. Все, врубаю ее. Затычки, я говорю, Huawei FreeBuds 5i. ТЧК. Не считаешь минусом сенсор камеры Samsung в смартах? Мне кажется, лучше, когда Omnivision. А мне наоборот, Omnivision меньше заходит. По мне, Samsung лучше. Смотря какие сенсоры. Вообще, до такой степени все зависит от реализации от программного обеспечения, что, ну вот по поводу камер это точно. Что сказать, что я против каких-то сенсоров? Я против того, чтобы их пиарили, хотя им там, не знаю, 2-3 года. То есть, когда говорят, что о, такой сенсор, а ты смотришь, там в Realme 9 каком-нибудь было, 2 года чуть ли не прошло, там полтора. И они предоставляют это, как будто это средняк, и топ, и т.д. и т.п. Опять же, вопрос в том, что очень часто что из сенсоров хороших, которые в одних смартфонах показывают себя великолепно, в других бренды, особенно третьего эшелона, не могут ничего с этим сделать. Во всяком случае, с видео вообще беда. Если с фото там хоть как-то что-то, вкусовщина, то видео вы сами прекрасно видите в каждом моем обзоре, до какой степени с одним сенсором могут смарты быть не очень. Решает все, да, оптимизированность. Притом самое ужасное, что оптимизация может быть такая, что я делаю обзоры, потом вы получаете смарт, прилетает обновление, и для ваших сценариев использования смарт становится хуже. Либо ночью хуже снимать, либо там, допустим, как с нордами было, что у них. У них уменьшили, по-моему, разрешение. Если Oppo Find X6 Pro, понятно, фиктивный 4К добавлял у нас на фронталку, которых там 2 с копейками, да, то норды, они уменьшили разрешение, по-моему, основного модуля, правильно? А, или они стабилизацию убрали. GT2 Pro и Oppo X Find 5 Pro, да, зато по съемке небо и земля, правильно? Вот реально. Централ не полечу, полечу к Барби. Опа снимает на 3 головы лучше. Притом самое интересное, бренд один и тот же. Вот и все. То есть, что то BBK, что то... Понятно, что можно сказать, что это разные бренды. Но по факту-то мы все понимаем. Там понимать-то нечего. Это как Nothing, скорее всего, тот же BBK. Но это будет потом, когда им надо будет что-нибудь там посчитать и рассказать, что своим этим инвесторам, что по факту они там выросли на 350%, потому что у них еще появилась дочка, и у этой дочки еще дочка, так же как OnePlus сейчас клепает всякие девайсы под непонятно каким брендом.
Притом они, опять же, тоже а-ля секретно это все делают. Вообще, я... Не наше дело лезть в маркетинг в плане, как они делают, пусть и делают. О, где-то стекла летят. Главное, чтобы мы как покупатели выигрывали. Обычно, когда появляются новые бренды, выигрывают покупатели, особенно если они под крылом старых и, ну, не считая окей. Все-таки я не скажу, что в Наффинфонов кто-то выиграл. Хотя народ покупал, но мне кажется, что больше, ну вот смотрите, там больше блогеры, которые сами не покупали эти Наффинфоны, их юзали. И хотя я у типа покупал, который привез его с Финки. Так же, кстати, как iPhone 14 я покупал у типа, который привез с Финки. Но с iPhone 14 мне вообще повезло. Или, по-моему, 14 Pro, я уже не помню. То ли 14 Pro я брал так прям нормально, не особо много накинули. То ли 14-й. Ну, там цвет был золотой. По-моему, 14 Pro я брал. Ехал еще на Озерки. И был очень-очень рад, что мне так повезло. И я нашел типа, который готов был отдать. Хотя там уже все сделали обзоры. Или не все. Или там уже было все равно. Я не помню как. Но у меня нормально набрало все равно утопление. И нормально просмотров набрал этот. Вскрытие. Сейчас я буду все на лайве грузить, и там будет их море. Там будет 3 вскрытия, 3 утопления, обзор одним кадром. Вот так. Очень похож был на небота. Вот. Особенно по луту. Вообще какой-то лут нормальный. Так, стоп, а почему у меня только так патронов? Ну ладно. Давай им 416 тогда возьмем, друг. Или нет, не буду я брать 416. Лучше поищу. Вроде я где-то же видел. О! Там где-то типы. Кто-то мне подсказывает, что это тоже не бот. Нет, это бот. Прям 90% бот. Хотя... Не, бот. И бот бы уже свалил бы отсюда. Когда по тебе лупят, ты такой... Даже я бы свалил отсюда. Так, пойду-ка наверх. Оптика у меня есть? Есть. О, там был какой-то... О, контакт. Прям заруб. Я думаю, что... О! Да подожди ты. Я такого типа вижу. Да ладно. Да отвали ты ж, бот по-любому, да. Еще отсюда стрелял какой-то бот. Там реальный тип был серьезный. Сейчас меня снимет еще. Ладно. Это самое неразумное — бежать, когда у тебя боеприпасы не обновлены. Но я все надеялся на него, в него попасть хотя бы. Так. По-любому здесь где-то бегает. Границы побежал. О! Нет, сенсор не сработал. Это я так выстрелил, наверное. Убого. И все, да. Ну, не так сенсор, как у GT5 работает, конечно, не так. Но и стоимость. Большая разница. Так, так, так. Опа. Так, это раз. По-моему, тут еще был какой-то клиент.
Ладно, черт с ними. Сейчас бегать, разбираться. Меня вынесут в это время. О, есть. Есть. Да что ж такое? Почему такой косой-то, а? Ну давай, давай, давай. Нет, не вышел. Ну и ладно. Но бежал так прям, как будто не бот. По факту бот по-любому. Не бот бы развернулся бы и просто загасил бы меня. Хотя, может быть, у него лагает все. Как у меня сейчас мозг лагает. Вот что я делаю, да? Просто матов нету. Вроде играю, вроде не играю, да? Так, и где броня? Все. Так, здесь у нас патронов море. Энергетики есть еще. Так, айку тоже неплохо. Айку вообще... Ну, мы сейчас, вот сейчас говорим, я сегодня делал распак и посмотрел на Али цены. Еще раз повторяюсь, в описании 26 тысяч рублей. Где аналог за 26 тысяч? Вот сегодня, без всяких распродаж, без всего. Понятно, китайский бренд, понятно... О! Понятно, что нет брендов. Но в большом городе, опять же, на тебя это особо влиять не будет. Плюс ты можешь проявить себя в плане... Опа! Так, здесь бот, полюбас. И туда приехала машинка. Сейчас он вылезет, я его залутаю. Есть. Доигрался он. Мог бы меня вынести, как тузик-грелку, просто выпрыгнуть со своим пулеметом и вообще не париться. Хотя у него, видите, броня была первая. Мне кажется, он беспокоился, что не попадет. Но я бы на его месте бы не беспокоился бы. Так, надо отдохнуть и понять, где я. Я здесь, нужно бежать в Астру. Небо и земля. Да. И один и тот же сенсор, да? Как будто два разных смартфона. Так, 13 живых, это значит, боты еще есть, нечего отвлекаться. Но боты не катают... О, смотрите, FPS-то ушло. 60, все. FPS ушло в 60. Так. Здесь надо проезжать и не обращать ни на кого внимания. Энергетики есть. Броня вторая. Может быть, увижу этот дроп. Дроп был бы вообще тема. GT2 Pro — это все-таки уже старая модель на очень неудачном процессоре. Давай откровенно. Почему мы за ним бегали, как за OnePlus 9 RT? Потому что, учитывая доллары, что у них там, я не знаю почему, но то ли они демпинговали, но все было очень-очень вкусно. Так, а что это? Что это я буду делать? Так, там тачка. Где-то там была машина, ну ладно. По-любому он на ней поехал наверх. Сейчас бочину так расстрелять просто вот с этих высот. Шарп очень странная штука. Мне не кажется, что это плохая штука. Я просто говорю, что она странная, потому что она не популярная. Мне кажется, за счет этого можно очень выгодно очень хорошую железку купить. Я не говорю, что она плохая. О, опять та же карта. Так, а если я вот так сделаю? Угу.
Так будет плохо, ладно. Никто не знает. По-любому здесь еще бегают где-нибудь. Никто не думает, что я сижу просто и пью Дракса. Там клуб был. Он был дроп. И там был дроп. С той стороны. Есть. Еще и желтый. Опа. Желтый — это прям интересно. Так что нет места, что ли, под ОВМ? Есть, есть, есть. А желтый был здесь, да? Тоже где-то. О, тип. Он меня тоже увидел. Это было очень неразумно. У меня просто АВМ-ка была. Мне надо было ее переставить. Надо было ехать. Ладно. Так, что у нас из интересного? 32 минуты, это фактически 30 минут. И съела 15%. 30 минут, 15%. Неплохо. GT2 Pro, видимо, еще подубили обновами. Да нет, он просто старенький, он очень-очень грелся. У него уже просто безумная какая-то, неразумная, я считаю, политика в плане процессора. Он реально грелся. Он же на трех восьмерках, по-моему, был. OnePlus 10 Pro, да. Были времена. Было время сотни лет назад. Говорю, а сейчас я пошел и отдал 500 000 за 3 айфона. Ну ладно. Это не нытье, потому что, опять же, знаете, как мне кто-то там говорит, вот там, печаль. Да я в любой момент яблоко могу продать дороже, чем я купил. Вообще, я думаю, что все в моей личной телеге прекрасно видят, что я не покупаю девайсы дорого. То есть я умею выжидать, я там, не знаю, долблю продавцов. Есть категории девайсов, которые мне приходится дорого продавать, покупать. Но основную массу всегда это скидки, ссылки. Смотрю, промокод, купон, еще что-то. Главное, чтобы у тебя был кэш. Ну, видите, я этим и занимаюсь. То есть у меня больше, наверное, даже, как говорят, техноблогинг. Можно там... Вот что мне не нравится, допустим... Кому-то не нравится а-ля такой техноблогинг, мне не нравится, наоборот, техноблогинг, который пытается из смартфонов сделать реальную камеру. Ну, то есть, там, не знаю, это реальный фотоаппарат. Это не фотоаппарат. Для ближних объектов, да, круто. Для, опять же, дальних объектов, вы хоть убейте физику, никто не изменит, никто ничего. Вот, и, не знаю, каждому свое. Наверное, про это. И говорю, у меня вот эта вот тема с ценами, да, и с стоимостью за свои деньги, возможностью продать, и чтобы он и скрипач был, и не знаю, и атлет, и чтобы вот все было в смартфоне. Ты же покупаешь это как компьютер, чтобы он выполнял все задачи. И хочется, да, и такую штуку, чтобы вот вообще все. Говорю, для фото и видео я бы оставил себе Huawei, любой. Притом, разумеется, сейчас и... Я последние полгода говорю, брал бы Huawei Mate 50 Pro и даже не думал бы. Просто выцеливал бы эти авитовских человечков, которые устают от этого смартфона через неделю, понимая, что там просто реально лютейший говнюк со всеми программами, которые используют Google сервисы. И радовался. Смотрите, я радовался, что он найдет, нашел очень быстро карту. Первые два раза, а сейчас 2.25 и нахуй. Автомод какой-то шевелюр использовал. Ладно. И, кстати, заметил, что сообщения, по-моему, не сохраняются. Чат трансляции не сохраняется с трансляции. Это как? Так ты, Дмитрий, так и не полетел в Великобританию для того, чтобы поучаствовать в Уимблдоне, посмотреть на него. Они тебе хотя бы компенсировали как-то финансово или нет?
Или это было из разряда, о, этот точно не полетит, поэтому он выиграл. У Mate 50 Pro, кстати, тоже 766 основной. Угу. В PUBG только 30 FPS, это пофиксят. А у меня как на стриме было? Я же его гонял. К6164, ты купил его точно не после моего обзора. Вот. Я прямо ощущаю, знаете, людей, которые приходят ко мне, такие, и претензии по поводу железки, которую я гонял. С чего его пофиксят? С чего? Вот с какого перепуга его должны в Exynos пофиксить? Это ж проц, что у Гуглов Tensor Clementine, что у Samsung Exynos, если не на Snap'е. К6164. По какой причине его должны пофиксить? Напиши мне. Нет, никак не компенсировали. Ну, плохие люди. Я тебе говорю, они плохие люди. Ты просто молод и не понимаешь, кто плохой, кто хороший. Может, оно и хорошо. Хоть бы смарт какой. Да, они сэкономили на этом. То есть ты выиграл, они никакой подарок тебе не дали. Но я говорю, идеальный вариант. Я прям уверен, что они шарили, кому давать, чтобы не давать. Вот. И ощути всю глубину. Я тебя не пытаюсь настроить на негативный лад, но так и есть. Оптимизировали прошивка, то есть появилось 60 FPS или нет? Что они оптимизировали? Он все равно не быстрый. Это хороший смарт, который я всем советовал, потому что за 27 тысяч рублей, как я его брал, его нереально смартфон купить с такой камерой и защитой от влаги. Просто impossible. И материалами, и сборкой. А там нечего оптимизировать. Он по мощности уступает даже этому смартфону. Хотя долларов в эквиваленте он дороже. Это же А-серия, это даже не М-серия, это не S-серия, это прям вообще все. Взял 29. 29 норм, вообще норм. Новый. Сейчас я еще тебя убью, что за 27 я купил на 256 гигабайт. В этот момент люди такие, да пошел ты лесом, Александр Дор. Или ты тоже на 256? Или, по-моему, там только на 256 есть? Я, кстати, все яблоки взял на 256, 256 и 512. Ну, плюс я не купил, потому что я купил 14+. И он у меня до сих пор лежит, и я вообще никак не использую. Вот, вообще жир. Просто мечта. Ценник мечты. Я хотел у них 6X Pro выиграть, они раздали кому-то непонятно кому, только всего можно было про рассказывать, а там мне до обзора какие-то какой такой флагман. Дмитрий Гордиенко, я тебе говорю, Realme-ский офис максимально коррумпирован. Они пиарят блогеров, они им даже рекламу закупают. Я тебе говорю, меня просто кинули, меня реально кинули. То есть у меня не было никаких проблем. Технически я им помогал в плане чего, допустим, я уже сделал на китайский, мне такие, а, уже глобалка вышла, а сделай еще раз, я не проблема. Вот, и после этого, в принципе, и пошло, что я и на глобалку делаю тоже. Но, я говорю, один раз они меня просто конкретно подставили, конкретно, когда я им разогрел под их блогера, кореша, аудиторию, и мне в итоге пришлось девайс, его даже в России не было, покупать, ну, чтобы реально сделать на него обзор в тьму таракани за космические деньги. Ну, короче, я не прощу. И реально в дурачка, знаешь. И в итоге на эту железку никто не сделал обзор, кроме меня. Ну, говорю, прям так гнило. Потому что для бренда Realme, конкретно в России, я один из тех блогеров, вот точно в топ-5, кто сделал так, чтобы аудитория считала их, ну, они хорошие. То есть я не говорю, что они плохие. Но ты правильно говоришь, что персоналии, то есть вот просто сидят люди, им плевать на бренд. Им реально плевать на бренд. Они отмывают деньги, и они отмывают, реально корешам помогают. Вот ты делаешь там, не знаю, там, разговариваешь в чатах, еще что-то. А ему надо было послать кому-нибудь смартфон. Ну, он сделал так, что он выиграл, и все. Не стоит надеяться на эту штуку. То есть я говорю, допустим, ну существуют бренды, и окей, пусть существуют. Просто делать грязь тоже не надо за счет кого-то разгонять своих корешей. Очень некрасиво и очень неразумно.
Долго буду помнить. Потому что даже вот те же Huawei, ну, были у меня с ними контра. Но они не такие типы. Huawei откровенно говорят, что они нехорошие. Там, говорю, у них самый фетиш, это у них же есть устройство, допустим, носимые гаджеты, лучшие умные часы, лучшие аксессуары, каждый обзор говорю, каждый стрим рассказываю. Но в то же время у них они не работают со всеми банками, допустим. А у них какие-то комплексы по поводу этого, что там симки не со всеми операторами, или они вообще не хотят это объяснять, не хотят разбираться и т.д. и т.п. И они прям любят умалчивать. Но они хотя бы тебя так откровенно не кидают. Ох, вообще, я косоглазый. 50 патронов никуда. Слабо, да? А я смог. 41 патрон в никуда просто расчехвостить. А Oppo и Realme разве не одна и та же контора? Они в одном офисе сидят вообще, по-моему, нет? Дмитрий. Ну, оповских я вообще не... А у Oppo есть глобальное подразделение в России? Да мне кажется, это один офис. Может и нет. Но это все, говорю, это все кухня. Какая разница? Вот купил что-то на Али, продал на... Все. Но зато, говорю, вообще сейчас не контачу вот с этими вот типами всякими. Да и не контачил. Но там меня бомбило, потому что тебе кто-то пишет. Когда ты всех заблочил, тебе никто не пишет. Так. Человечки бегают. Опа. А вот там прям очередью. Прям очередью. Как будто он только проснулся и такой, я сейчас приду, тебя победю. Пусть побеждает меня, но потом. О, офисы разные. И люди разные, хочешь сказать. И даже манагеры разные. Ну, удивительно, если так. Ну, сенсор, повторяюсь, хуже, чем у Realme. Либо настраивать, ну, настраивать можно, но GT5 лучше. Ну, GT5, повторяюсь, может быть заблокирован и стоит сейчас космос, и нет смысла его покупать. Так, а что там такое белое? А, это дерево. Дерево. 20 патронов. С пулеметом наперевес, да? Такая прикольная карта. No people. Людей нет. Хотя 55 где-то человек бегают вот так по пустыне. Я помню, что в обычной PUBG я играл на ней, там, на машине доезжаешь. Стандартно там место заруба одно было. Ну, понятно, города и лютое место заруба было два ангара по центру карты. Мне кажется, что это и есть эта карта. И дальше хороший лут в маленьких домиках внизу, в которые тоже все профы ехали. И получалось, вроде ты за лутом хорошим прыгаешь, а за руб там такой, как будто ты в большой город прыгаешь. Опа, смотрим. Там позади меня кто-то был. Уже впереди меня. FPS. Может быть, не бот, поэтому лучше проявить себя и пробежаться. Опа! Может и не бот. Не бот. Кувырок, значит, бот. Влево-вправо не смещался. Хотя я тоже влево-вправо не смещаюсь. Не, смещаюсь, если по мне лупят так агрессивно. Вот. Ладно. Что у нас с энергетиками? Нет энергетиков. Ха. Я, кстати, по-моему, никогда синий не видел энергетик. Вот этот вот. Втыкал его. О! Так. Угу. Самый безопасный способ пробегания, да? Смотрел прожарку А73. Мне показалось, что он дохлый для игр. Ну, пум-пум. Я не совсем понимаю, то есть вам делать выводы. Опа!
Не мне. Хорошо тебе показалось. Это ж А-серия. Ну, он не совсем дохлый, но дохленький такой. Что делать? Так. Так, вот это сюда. О, X6. Это... X6, а у меня какая X? А, X8, не надо мне 6. О, болик есть. Это не особо и прожарка, это просто вот в онлайне мы смотрим, как девайс себя ведет. И еще раз повторяюсь, Smart этот с мая продается. Понятно, что это глобальная прошивка, и здесь может быть чуть-чуть что-то по-другому. Но в целом за 3 месяца они должны были довольно неплохо его прокачать. Так. По-любому это бот. У него мне понадобилось 5 патронов. 7,62. Тоже не особо хороший результат. Опа. Серьезно? Еще один бот. Иначе бы я уже был трупом. Так, а он один там, нет? Как-то по мне лупили так усиленно. Ощущение было, как будто он не один. А он один. Ха. Самолет. Значит, где-то будет дроп. Но я не на машине, поэтому это не важно все. О, ничего себе, смотрите, как я ее уже нашел. Ничего себе. Впервые. Впервые вообще. Какая-то нереальная история. Я кого-то увидел в оптику, еще и снял. Я говорю, сенсор хороший. Но не лучший, к сожалению. Так, где там еще кто-нибудь бегает? Хорошо бы было, наверное, за 2 патрона. Ну ладно. Так тоже неплохо. Мне по ощущениям, вот здесь какой-то тип был. Мне кажется, это глюк был. Оверпрайс за чипа. Пум-пум, хорошо. Мое дело рассказать. Не оверпрайс у Samsung, я считаю, только S23, либо вот так на выгоду A54 какой-нибудь покупать, учитывая, что курс скакнул, и ты просто смотришь на девайсы, на которые еще не поменяли ценники относительно курса, и все. Понятно, что они морально устаревают и будут там дешевле со временем, но самсы так люто и не дешевеют, в принципе. Почему он лучший? А у меня что, он в топе был лучшим? Не надо. Я помню мой топ, пусть он даже был много месяцев назад. Я его, конечно, обновлю попозже. Дмитрий, ты опять меня с кем-то путаешь. Это все на тебя влияет. Realme и Oppo. Из Samsung лучшая S23. Да. А, Валентина? Ну да. Ну, Валентин, я не знаю, сколько их закупил и сколько продал. До этого у него были Realme лучшие. The best of the best of the best. Вот чем хороши эти боты? Они приезжают, бегут к тебе, такие счастливые. Так, чтобы что? Чтобы мне, наверное, выпрыгнуть и... не попасть на типов, как в прошлый раз. Говорю, самое обидное, когда ты катаешь и забываешь, что тебе надо включить оружие нормальное. И ты спрыгиваешь, и тебя сносит еще, пока ты только спрыгнул. Ты вроде бы мог бы нажать, успеть на гашетку, но нет. Сначала ты думаешь, что ты остановишься, и тебе нечем стрелять, потом ты останавливаешься, потому что тебе по-любому надо стрелять, и потом тебя заносит. Так. Сейчас мне нужен дроп. Или эпичный тип после дропа, но на низком левеле. Вот, развитие. Вот наподобие вот этого вот типа. Нет, это бот был. Еще из первой каски не нужен. Здесь было прогруз. Первый раз вообще за все время.
я почувствовал прогресс, я не знаю почему. Мне кажется, здесь очень мало транспорта. Мне прям повезло. 15 живых, мне очень легко встрять. Чувствую, что транспорта здесь нет, большие расстояния. Мне кажется, по мне стреляли сейчас. О! О! Есть. Сейчас проверим, это был бот или нет. Потому что так как он один остался в живых, может и не бот. Нет, бот. А кто из них тогда не боты были? Ладно. Там я вижу дроп, но к нему я поеду только после того, как я посмотрю эти два ящика. Что может быть, кто-то завис, или боты решили друг друга просто истязать, и все, и закончить это гиблое дело. Да, это боты друг друга поубивали. Как же их много было. Так, тихо. Раз. Два. А я вижу типа. Увидел. Выстрелил. Убежал. Вот он дроп. И вот туда по-любому много кто. Либо, ну, даже не поедет кто-то. А типы по-любому встанут. Нет, смотрите. Не так много, и правда. Тачек. Девять человек живых. По-любому за рубцами. Так, пулемет у меня наготове. О! Сзади меня выстрелы. Впереди меня зона. Я пока ничего не вижу. Вот, вижу дроп. Тип может побежит сюда, но... Но точно он делает это разумнее, чем я. Так. Винтовка. Винтовка — это жир. Ох ты, ёшки. Так, надо за машинкой. За машинкой быстрее! Еще чуть-чуть, я успею. Там какой-то трупак. Показан. Ну, нельзя падать. Нельзя! Все. Все, я трупак. Нет, не трупак пока. Стоп. Никто меня не видит? Нет. Вот это было очень близко. Да что ж такое, не едет. Так, все. Опять, вот там я вижу в зоне, чувак бежит. Видите его? Там он бежал. Раз. Два. Ой, еще один вижу. Почему не одиночный? Почему? Ох ты, ёшки!
попасть на бота под конец, это, конечно, было эпично вообще. С моей стороны. Тормоза начались, я не знаю почему. Может быть, из-за дропа. Скорее всего, из-за дропа. Он такой усиленный прям был. Мне дроп не нужен. Но учитывая, что осталось 4 живых, а один там бегал, вполне возможно, кто-то побежит к дропу. Вот я не понимаю авто, вот режим авто здесь, смысл в нем. Вот сейчас сенсор, что-то с ним не так. А, нет, это я, наверное, не так делаю. Одиночная. И типов нету. Окей. Едем до дропа. Там пулемет какой-то супер быстрый, огромный. В любом случае здесь атак у меня не было, ну ладно. Так, сейчас вот отсюда кто-то побежит. Полюбас. Нет. О, вижу. Бот начхать на него. Или нет? Даже если не бот был, то один человек остался. Вау. Вижу, оттуда бежит кто-то. Если это не глюк был, то я буду рад хотя бы, что я увидел. Да, это он, что ли? Нет. Нет, это глюк. По кругу зоны, как говорится, да? Или по центру зоны. Ну, по-любому, если чувак на опыте, то он в зданиях. По логике он должен быть в здании. Или бегать по зоне. Вот он, увидел его. Ха. Ему придется подниматься. Либо выходить отсюда. В всяком случае, я его увидел. У кого сколько нервов, да? И он, скорее всего, меня тоже видел. Момент истины. Грустно. Что грустно? Ну, не все так плохо, но и не все так густо. Все. Я не вижу, откуда он бежит. Ох ты, ёшки, он меня оббежал. А как так? А как он оббежал? Ну вот это я не верю. Ну ладно, черт с ним. Но ровно час с 88% до 62%. То есть это 26%, хотя я был уверен, что 30%. И меня... Резюмирую. Смарт. Очуменный, даже 440 люксов. Круто. Подфризивание сейчас вы видите. Почему я не сказал, кстати, про перегрев? Потому что у меня не было ощущения перегрева. Сейчас смотрим, почему обычно, когда 40... Да, 47, 45. А с Realme была история другая.
Здесь тыльная часть 30-40. То есть в этом причина, по этой причине как раз я не чувствую, что он разогрелся. Дукат, ну, надеюсь, что да, что вам было приятно со мной пообщаться. Мне было безумно приятно пообщаться с вами. Для меня, повторяюсь, что это огромный фидбэк. То есть мне интересны ваши мысли и по поводу форматов, и по поводу железок. И для меня это возможность пообщаться. Я имею в виду не только тех, кто сейчас на стриме, а кто это в итоге будет смотреть. Девайс очень достойный, и я лучшей железки по сумме факторов сегодня за 26 тысяч не знаю, даже близко, рядом ничего не валялось. От меня девайсу однозначно да, здесь есть свои минусы, и подбородок, и отсутствие бендов, и то, что надо перешивать китайскую версию, и шим, который отсутствует, потому что здесь IPS, но яркость не супер-мега. Яркость, я еще раз повторяюсь, в прикрепе или в описании к ролику напишу. Не забудьте подписаться на телеграм-канал «Скидок взаимопомощи», мой личный телеграм-канал. Всем, кто посмотрел этот ролик, огромное спасибо. Пишите в комментах, на что еще хотите увидеть обзор. Айкушку, которая там Z, по-моему, 8. Разумеется, завтра куплю, завтра распродажа на Али. Добра и удачи вам, дорогие друзья.